третий раз администрация Ленинского района организовала благотворительную акцию «Исполни детскую мечту». Более 100 особенных ребят написали Дедушке Морозу письма в надежде получить долгожданный подарок. Валерий Венцель стал одним из первых, кто снял с елочки письмо с пожеланием и исполнил заветную мечту Любы Потапчук. К Новому году обязательным порядком нашими волонтерами принесем вместе с участием с Дедом Морозом каждому ребенку, кто обратился за своей мечтой. Мы обязательно донесем этот подарок. Будет хорошее, доброе настроение. Понимаете, эти акции, они в первую очередь делают нас чуточку добрее. В этот день в торговом центре «Ларец» царила новогодняя атмосфера. Все пришедшие принимали участие в интересных конкурсах, различных мастер-классах, где своими руками изготавливали елочную игрушку или красивую поделку, а также смотрели веселый концерт-марафон, в котором принимали участие многие артисты Ленинского района. У каждого ребенка должен быть свой волшебник, уверены участники акции. Для Татьяны Лукашовой исполнить чью-то мечту под Новый год стало уже традицией. Делая доброе дело, она призывает поступать так же и других. Почему не сделать приятное? Тем более, это вот, ну вот дети, которые, может быть, и не могут здесь присутствовать лично. Я считаю, что это просто вот наш гражданский долг. Обязательно помогать детям и таким семьям. Ну, не всегда они достаточно обеспечены, чтобы выполнить вот эту детскую мечту. На призыв поучаствовать в доброй акции откликнулись многие пришедшие. С каждым часом все больше людей покупали для детей желанные подарки и опускали их в волшебный ларец. Много детей, которые нуждаются, нужно помогать, детскую мечту исполнять. Я думаю, что это хорошая акция, и нужно продолжать ее поддерживать. Я как бы поддерживаю такую акцию и призываю горожан города Видное почаще побывать на таких мероприятиях и участвовать. К концу дня на праздничной елочке не осталось ни одного конверта с письмами. Благодаря такой благотворительной акции в этом году в Ленинском районе стало на 100 детей счастливее. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.